Здравствуйте, дорогие наши зрители, друзья! Меня зовут Сауле Кадырова. Я автор и член Союза детских и юношеских писателей. Совсем скоро начнется неделя детской книги. Она пройдет с 25 по 31 марта. Это благотворительное мероприятие, направленное на сохранение культурных традиций нашей большой страны. И, конечно же, на создание и знакомство с замечательными современными авторами и их произведениями. Неделя детской книги создана по инициативе Светланы Кривошлыковой, председателя Союза детских и юношеских писателей, и проводится под эгидой Союза. Светлана уже 5 лет занимается благотворительным проектом «Библиотекам в дар» имени Олега Жданова. Это проект по привлечению и по продвижению книг, чтения и современных авторов, возможность познакомиться с их творчеством для библиотек из удаленных регионов нашей страны. В прошлом году неделя детской книги собрала огромнейшую аудиторию и была поддержана многими авторами. А также это доброе начинание поддержало более 5000 юных любителей чтения из 1800 библиотек со всей страны. Второй раз Светлана Кривошлыкова выходит с инициативой проведения недели детской книги не на местах, а онлайн, чтобы как можно больше библиотек, как можно больше зрителей, детей могли познакомиться с авторами, задать свои вопросы, принять участие в мастер-классах, послушать, посмотреть на живых писателей. Ведь и к тому же не секрет, что авторам до некоторых библиотек, которые далеко находятся, действительно просто трудно добраться. Поэтому мероприятие проводится в онлайн-формате, чтобы было удобно в первую очередь читателям, зрителям. В этом году уже более 4000 библиотек подали заявки, 400 библиотек подали заявки, а это аудитория в несколько тысяч человек. Неделю детской книги 2022 поддержали Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Ассоциация библиотечных работников системы образования Московской области, а также электронный журнал «Чтение детям». В этом году Союз Детлит также организовал благотворительный сбор книг детям из Донбасса, и эту инициативу поддержало множество издательств нашей страны. В офис поступает огромное количество книг. Союз Детлит благодарит за информационную поддержку недели детской книги 2022 Ассоциацию деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», Ассоциацию библиотечных работников системы образования Московской области, электронный журнал «Чтение детям», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Ижевска», а также группу «Школьные библиотекари нового поколения». Как я уже говорила, проект «Неделя детской книги» позволяет познакомиться с современными, интересными, талантливыми авторами. И сегодня мы тоже познакомимся с очень интересным человеком, замечательной писательницей, которую зовут Виктория Татур. Виктория – детский писатель, а также редактор журнала, член Союза писателей России, участник и победитель большого количества различных литературных конкурсов. Добрый день, Виктория. Здравствуйте, Оля. Расскажите, пожалуйста, что-то я еще, наверное, про вас не знаю. Ну, на самом деле, основные, конечно, такие мои регалии вы назвали, но я так думаю, что моя основная, конечно, деятельность – это я пишу рассказы и сказки для детей, и моя аудитория, это так называемая, вообще, конечно, наверное, до 99 лет, да, как принято говорить, но в основном это начальная школа, мне почему-то интересна именно эта категория детей, потому что они… Им еще читают родители, и они уже пытаются сами читать. Вот мне интересен вот этот симбиоз, когда читают и дети, и родители вместе. И поэтому и самое интересное, что сюда можно заложить еще какие-то ценности, которые формируют, так скажем, будущее наше поколение. Потому что когда уже чуть постарше, там, наоборот, надо с детьми разбираться в психологии, в отношениях и так далее. А здесь вот ты закладываешь какие-то такие основы и базу в будущих взрослых людей. Таким образом. Расскажите, пожалуйста, а какие книги у вас уже есть? Какие книги для детей вышли?
Наверное, моя главная книга на сегодняшний день, как я ее называю, это «Повесть Нанозавра». Она о двух ребят, которые проводят лето в деревне, но проводят его с какими-то такими невероятными приключениями. То они плывут в бочке, в кругосветку отправляются по ручью, то они пытаются поймать дикого кабана, ищут клад и так далее, но каждая повесть состоит из 6 рассказов, и каждый рассказ нацелен на то, что ребята таким образом не просто развлекаются и проводят время, а они хотят помочь. То есть они пытаются помочь и местным жителям по хозяйству, и пытаются поймать преступника, и даже совершают подвиг. Вот, то есть в каждое произведение я стараюсь привнести не только развлекательный момент, хотя известно, что дети любят шутить, смеяться, веселиться, но все-таки я считаю, что нужно, так скажем, легко, непринужденно, но вводить вот эту вот категорию какого-то такого добра, взаимопомощи. Ну, то есть это действительно важно. Пусть и с юмором, пусть и легко, и ненавязчиво, но тем не менее, я думаю, что у читателя все-таки это где-то там на подсознании останется. Скажите, пожалуйста, на неделе детской книги вы будете выступать именно вот с этой повестью? А, нет. А также у меня есть еще на сегодняшний день еще две книги. Первая, она вот такая, для малышей 5-6 лет, она называется «На макушке лета». Там две сказки и небольшой рассказ. А вот на неделе детской книги я выступлю с книжкой, которая называется «Смотри, как я могу». Вот, но, в принципе, название отражает эту книгу, эти истории, потому что там ребята также совершают какие-то необыкновенные и шалости, и также приключения, и ничего они там только не делают, и поэтому, но эта книга, кстати, она еще и содержит раздел сказок, то есть там сказки о каких-то мечтах, устремлениях, ну, также о добре, понятно, как все детские книги, вот, поэтому мне очень интересно будет именно эту книжку представить, потому что эти рассказы, которые вложены в эту книгу, они все такие экспериментальные и все очень-очень разные, то есть там нет какой-то такой линии канвы определенной, вот там и о школе, и о деревне, и о даче, и о первой влюбленности в начальных классах, что тоже бывает, вот, ну, в общем, такая книжка будет представлена. Очень интересно, я прям сама захотела даже прочитать, познакомиться, что ж там такое, и подвиги, и любовь, замечательно. А какие ценности заложены в этой книге? Расскажите, пожалуйста. Да, ценности, как я и говорила, это дружба, сопереживание, попытаться все-таки ставить цели и добиваться их, потому что это на самом деле очень важно в жизни, потом пригодится. Но там есть один рассказ, который для меня особенно дорог, он в старой редакции называется «Письмо Деду Морозу», но оно, конечно, не об этом, а оно как раз-таки о классе, где в школу приходит девочка, она узбечка, она приезжает из Узбекистана, и как к ней относятся дети, как ее принимают, и, точнее, сначала не принимают, и как мальчик, который тоже ее принимал в штыки, ее сосед по парте, и как в итоге они подружились, и он тоже совершает, вот этот мальчик, главный герой, по сути, небольшой, но очень важный героический поступок в конце, в финале. Поэтому, конечно, сейчас же очень много в школах приезжает детей из ближнего зарубежья, и не всегда складываются отношения хорошо. А наша страна, она ведь многонациональная, и мне очень хочется, чтобы дети относились друг к другу одинаково, несмотря на национальности. Да, замечательно, это очень важная тема. Здорово, что вы ее поднимаете. Действительно, это вот да, прям мне просто близка тоже эта тема. А расскажите, пожалуйста, вот о теме на именно на неделе детской книги. Что там будет и какая возрастная аудитория? Ну, возрастная, я предполагаю, что все-таки придут ко мне дети начальной школы, ну, может быть, чуть и старше. Я, наверное, прочту им свои рассказы, возможно, даже сказки. Я думаю, что мы с ними поговорим. Дети вообще очень любопытные, им всегда интересно узнать о писателе. Я однажды была в школе, рассказывала детям о своем творчестве, читала, и когда закончился, так скажем, урок, наша встреча подошла к концу, я стала выходить из двери, и вдруг слышу, ребята говорят: «Настоящий живой писатель!» Как будто мы какие-то маунты.
вымершие. Ну да, им трудно же это понять, как вот он человек, я его вижу, а он писатель, у него есть книжки, да. И самое интересное, дети, когда, значит, задают вопросы, я смотрю, как меняется аудитория, и им все чаще становится интересно. Я имею в виду, вот если брать там, когда я года 3 назад была на презентациях, и сейчас они все такие, они умеют считать деньги, они спрашивают о гонорарах. Вот, я так думаю, что, может быть, они планируют тоже когда-нибудь стать писателями и заработать на этом. Ну, и задают вопросы по продвижению, как стать популярным. Сейчас, наверное, это вообще особенно актуально, когда появились ТикТоки, и я не очень в этом понимаю, но все вот это вот появилось, и все хотят популярности. Есть ли какое-то у вас пожелание для наших сегодняшних слушателей, зрителей? Ну, я, наверное, не буду оригинальна, если скажу, что, конечно же, нужно читать, но я объясню, почему нужно читать. Обычно в школе говорят, что нужно читать, чтобы быть умным. Ну, конечно, это безусловно так, но еще я считаю, что чтение, оно в первую очередь развивает наш словарный запас. И я думаю, что чем он шире, чем он больше, ну, во-первых, расширяется кругозор это безусловно, но и дети должны понимать и осознавать, что чем больше у тебя словарный запас, тем ты можешь яснее выразить свои мысли. А это понадобится и в дальнейшей профессии, в будущем в любом случае. Ну и, конечно же, книжки сейчас, точнее, не сейчас, а вообще во все времена, книги, они, несмотря на то, что это сказки или рассказы, неважно, это же ведь такое руководство к действию, такое учебное пособие о том, как жить дальше. Мама и папа, конечно же, воспитывают детей, рассказывают им о том, что хорошо, что плохо, но в книжках дети могут погрузиться вот в этот вот волшебный мир и сформировать какие-то свои ориентиры в будущем. Ну и, конечно же, я думаю, что у каждого ребенка, наверное, есть любимые книжки со своими любимыми героями, с которыми они, так скажем, проходят этот путь свой такой маленький, жизненный. Потому что не одна игра, я так думаю, компьютерная игра. Конечно, понятно, что они там все сидят, и у меня сын тоже там, с трудом я его оттуда вытаскиваю. Но, тем не менее, когда они погружаются в книжку, они становятся детьми, они следят за героями, за этими событиями, и я так думаю, что благодаря книгам все-таки дети как можно дольше будут верить в какие-то чудеса, потому что пока мы верим в чудеса, у нас все в жизни будет хорошо. Огромное вам спасибо за беседу, за интервью. Я желаю вам, чтобы ваше мероприятие прошло с блеском, чтобы вы получили заряд радости, позитива от детей, вот теплоты. Ну и пусть детям тоже понравится, но я уверена, что им будет очень интересно. А интересно, скажите, пожалуйста, а будут ли какие-то игры, мастер-классы, может быть, как-то поиграете, что-то запланировано ли что-то вот такое? Знаете, мы, конечно, можем поиграть. Дети готовы играть, когда перед ними поэт. Потому что он всегда может как-то их завлечь придумыванием рифма и так далее. А вот что касается прозы, то здесь, конечно, я могу дать какие-то рекомендации о том, как писать, потому что сейчас вообще многие дети, они интересуются творчеством. То есть кто-то хочет стать поэтом, писателем, музыкантом, артистом и так далее. И поэзией интересуются многие. Сейчас, кстати, недавно вот прошел литературный конкурс для детей, где я была в жюри, и прислали очень много количества работ, то есть все-таки пишут. Вот. И, конечно, мастер-класс можно небольшой дать, потому что всем интересно, а как начать? Вот эта вот первая строчка, боязнь этого чистого листа, как заинтриговать, каким должен быть герой? Конечно, я с удовольствием расскажу и поделюсь, потому что если есть запрос, его нужно обязательно исполнять. Большое вам спасибо. Пусть у вас все получится, пусть все будет хорошо. Огромное вам спасибо за беседу. До новых встреч. Большое спасибо вам. До свидания. До свидания. Всего доброго.